Здесь же все же было заполонено, весь этот угол, все. Красота была. Мы приезжали, и городские у нас родственники приезжали, смотрели. Вообще это было классно. А наводнение прошло, не было ничего, смыло все. А вот после наводнения, вот это первый год, 17-й год, первое такое это самое. Я вот езжу на автобусе, ну, людей вожу, и вот в этом году, вот вчера ехал, смотрю, ничего себе так, как красиво.